19 января весь православный мир отметил праздник Крещения Господня или Богоявления. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение также часто называют днем просвещения и праздником святов или святыми святами, в знак того, что таинство крещения очищает человека от греха и просвещает светом Христовым. Великий праздник во всех храмах Славянского района прошли торжественные богослужения. Продолжались они на протяжении всей ночи. Впервые крещение или по-другому богоявление верующие начали отмечать еще в III веке в память о том, как Иисус крестился в водах Иордана и явление миру с Пресвятой Троицы. Для верующих христиан крещение – один из 12 великих религиозных праздников. Поэтому в храмах в этот день всегда многолюдно. Каждый верующий считает своим долгом приобщиться к великому таинству крещения. Крещение для любого православного человека – это прежде всего очищение, покаяние, принятие Христа в себя, в сердце свое. И это самый светлый праздник для всех православных христиан. Конечно же, это и Пасха, и Рождество, но Богоявление – это особенный праздник. Видите, в этом году, как нас порадовал Господь погодой, настоящее крещение. Спаси, Господи. Ой, ну это Богоявление, это праздник светлый такой. Это же явился, крестился Бог для спасения нашего всего рода человеческого. Поэтому это очень светлый праздник, хороший такой. И зимний такой, в преддверии Пасхи, как бы, и водичка святая, и очищение. В храме святого Благоверного Александра Невского поселка Совхозного прихожан с праздником поздравил настоятель, отец Дмитрий. Во дворе храма была проведена торжественная литургия и чин освящения воды. О Иордане, крещающийся тебе, Господи, считается, что крещенская вода имеет особую структуру и обладает целебной силой. Она очищает от грехов и дарует здоровье. На крещение существует традиция совершать омовение в купели. Но в этом году из-за пандемии на территории Краснодарского края было оборудовано ограниченное количество мест для омовения. Славянский район не вошел в их число. Однако это не делает праздник менее красивым и значимым для всех христиан. Ведь главное – очищение не тела, а души. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».